Сегодня в программе. Заезжаю на территорию участка, и что я вижу, Ваша честь? Мой муж, он просто занимается сексом с нашей домработницей. Вы понимаете, просто на веранде занимается сексом. Преподаватель института Ирина Алферова и ее муж, тренер футбольной команды Дмитрий, прожили вместе 18 лет. Но сейчас Ирина решила подать на развод. Причина – неверность мужа. Ирина своими глазами видела, как Дмитрий изменил ей с домработницей Аленой, которую Ирина сама же и пригласила в помощницы по хозяйству. Он сказал, что у меня, извините, пожалуйста, жирный зад и тонкие губы. И мне жир из зада нужно закачать в губы. Ну, я, естественно, по молодости расплакалась, обиделась, и ему пришлось меня утешать. Мария Лунева разводится с мужем Александром из-за того, что он издевается над их 15-летней дочкой Ариной и требует, чтобы суд определил место жительства дочери с ней. Арина поддерживает решение матери, поскольку жестокое воспитание отца уже сказывается на ее учебе. Станет ли развод благом для этой семьи? Здравствуйте, прошу всех садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело по иску Алферовой Ирины Витальевны к Алферову Дмитрию Евгеньевичу о расторжении брака. В зарегистрированном браке во 18 лет у вас есть совершеннолетняя дочь Ольга Дмитриевна Алферова. Ответчик иск не признает, на развод не согласен. Точно так. Все верно, да? Да. И, Ирина Витальевна, вы инициативная сторона, поэтому принято, что вы первая излагаете суду причину развода. Да, хорошо, Ваша честь. Но, в принципе, причина, она стара как мир. Мой муж мне изменил. Вы знаете, Ваша честь, я 26 августа ехала с работы домой и попала в жуткую пробку. Решила развернуться и поехать на дачу. Я просто знала, что муж мой, Дима, он находится сейчас там. В принципе, мы перед этим с ним поссорились, и так серьезно поссорились. Я позвонила дочке Оле и сказала, что я буду ночевать сегодня на даче. Я решила помириться, заехала в магазин, купила продуктов разных, заезжаю на территорию участка, и что я вижу, Ваша честь? Мой муж, он просто занимается сексом с нашей домработницей. Вы понимаете, просто на веранде занимается сексом. У меня рука как-то непроизвольно потянулась к телефону, я засняла это все. То есть абсолютно непроизвольно? Абсолютно. Сам у меня себе режиссер устроила, да? Так а у нас же с тобой все за правило, Димочка. Угу. Мы же, у нас негласное правило существует. Более-менее важное событие, мы фиксируем все на телефон. А здесь, Ваша честь, ну прям вот из ряда вон, ну как это не зафиксировать? И не зря я это сделала, потому что он бы все бы отрицал до последнего и говорил бы, что этого ничего не было. Да было, было. А я ж мужик, ты пойми, я мужчина. И мне нужен секс, как любому мужчине. А у тебя мужчине это нужно, ты вспомни, сколько раз я к тебе подкатывал. Ну сколько раз? А у тебя то голова болит, то у тебя кандидатская, то ты в командировку уехала, то в экспедицию. Да ты вспомни, я даже пытался романтические вечера тебе устраивать. Там свечи, вино, цветы. И что у нас в итоге получалось? Только ругань и все. Ну правильно, как ты начинал это делать, поэтому так все и заканчивалось. Дмитрий Евгеньевич, да. Скажите, пожалуйста, а вот в чем вообще начались разногласия с супругой? Ведь вы достаточно долго жили хорошо, врачи, 18 лет. Мы разные, да, я согласен. Я спортсмен, тренер, сейчас у меня молодежную сборную я тренирую, а она вся в работе, в карьере. Ну, кстати, вот раньше нас это почему-то объединяло, а сейчас разъединяет. Вот, Ир, ты вспомни, тебе же нравилось, что я не ботаник. Нравилось, Дима. Нравилось, да. Но только теперь тебе не о чем со мной говорить, тебе со мной скучно. Так расти нужно. А я, моя дорогая, я не хочу из-за какой-то ерунды, из-за мимолетной какой-то... Да, из-за мимолетной страсти терять свою семью, понимаешь? Ирина Витальевна, скажите, а вот вы задумывались, в чем причина действительно того, что вы с мужем отдалились друг от друга? Может быть, причина-то не в измене, а гораздо глубже? Вы знаете, Ваша честь, вот я задумывалась над этим. Я просто единственное, в чем себя виню, в том, что разрешила себе, вот прям вот как в омут с головой, я влюбилась в него. Вот просто вот я позволила себе влюбиться. Вы знаете, он такой вот прям мужественный был. Но это было 18 лет назад. 18 лет назад, да, это все было. Но опять же, есть оборотная сторона у каждой медали.
У нашей медали есть такая сторона, что мы вообще не развиваемся, мы деградируем. Разговаривать не о чем абсолютно. Муж ничем не интересуется, он ничего не читает. И друзья у него такие же. Его любимое занятие – это лежать просто на диванчике около телевизора и смотреть свой любимый футбол. Ну, конечно. Все, ему больше ничего не нужно. Ваша честь, вы знаете, я в принципе что подумала? Он же мог не только вот сейчас мне изменить, он же всю жизнь мог этим заниматься, потому что ему же чем-то надо заполнять свое свободное время, которого было у него очень много, ваша честь. Я просто, вы знаете, я его раньше очень любила. Потом терпела, Дима. Угу. Да, потом терпела. А теперь у меня и терпение закончилось, ваша честь. Я хочу с ним развестись. Ваша нормально. Честь, пожалуйста, разведите вот нас. Вот получается, что я тупой, да? О заключении брака. Я тупой, а ты умная. Дмитрий Ильич, а что вы выговариваете-то супруги? Все, теперь оставайтесь умной. Ну, оставайтесь получается, со своим пониманием. Получается, что я о том, что вы мужчина, значит, с помощницей по хозяйству секс в родном доме, это вам нормально. Она уходит, вы остаетесь со своим мнением. Ну, ваша честь, вы поймите, что вот она умная. Она же сама мне эту домработницу подпихнула, понимаете? Да я тебе куда пихала-то? Я домработницу наняла только для того, чтобы она по хозяйству помогала. Вы знаете что, ваша честь, мне кажется, вот я считаю, что на самом деле причина вот этого всего развода совсем другая. А в понимаете? Я хочу, ваша честь, пригласите, пожалуйста, моего свидетеля, моего отца. Он работает ректором в том же институте, где работает моя супруга. Красавец. И получается, что они на работе ссорятся по своим там профессиональным делам. А я крайний получаюсь, понимаете? А я не хочу быть вот этим вот давайте злодеем, из-за которого наша спросим, семья рушится. Потому что, ну, не знаю, из-за ссор с вашим отцом ваша супруга хочет с вами расстаться. Глупость ну, какая. Давайте пригласим Алферова, он ожидает уже. А вы свидетель Алферов? Пройдемте. И отстаивать. Это вы, что вообще такое-то? Я постоянно слышу о том, что у вас какие-то конфликты. Евгений Владимирович, здравствуйте. Вот ваш сын утверждает, что вы, работая вместе с его супругой, конфликтуете на работе, и эти конфликты являются причиной расторжения брака. Ваша честь, я прошу не разводить моего сына Ирину. Поскольку Ирина сейчас так раздражительна, есть и моя вина. Ирина, ты знаешь, как я к тебе хорошо отношусь. Знаю, люблю как родную дочь. Да. Уважаю как ученого-филолога. Но поверь, что кафедру тебе сейчас доверить я не могу. Когда ты станешь ректором, а я уверен, что ты им станешь, поскольку ты талантливая, амбициозная, грамотная женщина. У тебя блестящая докторская диссертация. В прошлом году ты провела огромнейшую работу. Но поверь, что сейчас это рановато. Да, создается впечатление, что ты как бы стоишь на месте Конечно. И не продвигаешься вперед. Но это только впечатление. А тут еще сын мой натворил, как назло. Я всегда говорил, что с женой тебе повезло. Мой-то все в ноги ушел, несмотря на то, что я, все мои усилия. Я его за уши в институт нас притащил. А он умудрился с первого курса вылететь. Это у отца-то доцента. Одна радость, что успел с Ириной познакомиться. Перестал шляться по подворотням со своими дружками. Она его хоть в спорт определила. И, в общем-то, сказать, помирила нас. А так, да это я в прямом смысле слова, я выгнал его. Мы и не общались. Тут Ирина провела со мной разъяснительную беседу, рассказала, что Дмитрий просто-напросто в спорте большего добьется. И поэтому я, как сказать, смирился с этим. Помирила она нас, стала водить меня на его матчи, где он выступает, а также на команду, которую он теперь тренирует. И еще раз могу сказать, то есть она вас практически сблизила, конечно, примирила с сыном, да. И у вас никаких разногласий нет, с невесткой? Нет, она просто очень нет. мудрая женщина, она вы к любому хорошо. Может подход найти. Ваша честь, я, в общем-то, пообщалась с нашей уже бывшей домработницей, поговорила с ней по-женски, и она меня поняла. Но это мне так показалось, ваша честь. Я просто ей объяснила ситуацию, которая может возникнуть у нее в ближайшем будущем. Но гипотетически ее муж может тоже ей изменить. И она меня поняла и согласилась принять участие вот в этом процессе. Если не сложно, пригласите, пожалуйста, моего свидетеля. Ну, давайте пригласим. Это Еремеева Алена. Алена Андреевна, да. Да. Еремеева приглашаем. Вы свидетель Еремеева? Пройдемте со мной. Ошибся человек. Просто папа думает, что... Здравствуйте, Алена Андреевна. Да. Алена Андреевна, как я понимаю, вы помогали по хозяйству вот в этой семье. Да? И еще произошел там достаточно такой странный случай, когда вы помогали еще и индивидуально мужу. Да?
Ну, можно сказать, что и так. Ваша честь, понимаете, я учусь именно в институте, где преподает Ирина Витальевна. И я учусь на бюджете, и, сами понимаете, на стипендию в наше время не прожить. И я просто благодарна судьбе, что Ирина предложила мне работать у нее дома. Естественно, я сначала испугалась, не поняла, почему она стала мне названивать после того этого скандала, всей этой ситуации, то, что она меня уволила. Но она мне сразу же объяснила, сказала, что я не виновата, а виноват только ее муж, и в целом я согласна. Просто понимаете, я честно сразу скажу, я когда пришла только к ним в дом работать, сразу заметила, как Дмитрий смотрел на меня, он просто раздевал меня взглядом. И я, понимаете, я очень боялась потерять работу. Естественно, я молчала. Как я могу сказать ему «нет», он же хозяин. Плюс ко всему, он сам мне говорил, что с личной жизни, с интимом у них не ладится. Да считайте, они вообще разведены уже, и это не считается изменой. Молодец. Но, ну и сами посмотрите, он симпатичный мужчина, спортсмен все-таки. Так у вас были интимные отношения? Да, были, но, честно, не совсем долго. Ну, месяц где-то, наверное. Что и требовалось доказать, ваша честь? Между прочим, ты ломаешь не только мою жизнь и свою, а еще своего ребенка. Подожди секундочку, ваша это честь. Я ломаю? Да, ты ломаешь. Ты, вот это поворот. Ты инициатор развода, ты ломаешь семью. Любит. Я прошу, да, ваша честь, вызвать нового свидетеля, мою дочь Олю. И вот у нее спросим, за она развода или хорошо, против. Хорошо, Ольга Дмитриевна Алферова тоже уже ожидает, пусть проходит. Да. Жалко. Вы Ольга Алферова? Пройдемте. Сам потом пообщаюсь. Да ты сам общался. Как не мёду написано. Да. Пригласили дочь, давайте дадим высказаться. Простите. Ольга Дмитриевна, здравствуйте. Здравствуйте. Видите, какая неприятная ситуация. Ваши родители расстаются. Ваше мнение? Ну, знаете, ваша честь, я против, мам. Мам, не разводись с отцом. Ну, ты просто вспомни, как мы... Мы же семья, мы команда. Ты вспомни, как мы в Карелии ходили в поход, как у нас медведь рюкзак унес, и как мы лук сырой ели, а ты потом набрала грибов и из какой-то листвы, из травы там еду сделала нам. А папа потом нас вытащил из леса, вывел. Ну, тогда было хорошо, ну, конечно. Ну, просто, понимаешь, это виноват не папа, это Алена виновата. Ой, может, хватит грязные сплетни про меня распускать? Вообще, на самом деле, я чисто сюда пришла из женской солидарности помочь твоей матери, да, а не Оле. Помогла уже, помогла, конечно. Ходила перед моим отцом тут, крутилась. Да перестань, Оль, ну что ты наговариваешь? Да можно подумать, она голая по дому ходила. Ну ты чего, Оль? Ой, знаете, можно подумать, что она ходила. Просто все это развод, и суд и так далее. Мам, я, конечно, не хочу тебя... раньше тебя это говорить. Я думала, ты сама скажешь, но я не хочу, чтобы из-за этого развода я лишилась братика или сестры. Чего? Как... Простите, а о чем вы говорите? Какой ребенок? О чем? Что так? Простите, Ирина Витальевна, почему вы решили, что ваша мама беременна? Знаете, ваша честь, я вообще-то не решила. Просто я... Как-то забыла ноутбук своей подруги и зашла в мамин. Но она мне пароль дала на всякий случай, если что, я могла зайти. И у нее была открыта почта, и там было письмо из клиники репродукции, где было написано, что она уже 4 месяца беременна. Сколько? 4 месяца. Ирочка, солнышко, мы с тобой как минимум полгода уже не спим. Так, подождите, что же получается? 4 месяца назад вы были в диалектологической экспедиции в Архангельске, и там, значит, все случилось? Так вы поэтому на развод подали? Сердце уже... Это Дима виноват. Он как раз своей изменой, да, конечно, он поставил как раз все точки над пресловутой буквой «И». Угу. И я, в принципе, не вижу сохранять сейчас наш брак. Я хочу его расторгнуть, ваша честь. То есть, мам, ты пришла в суд, чтобы обвинять отца в измене, а сама недавно сама изменяла? Подождите, что это получается? Вы переспали с посторонним мужчиной, забеременели от него. Для а теперь боитесь, что ваша карьера будет нарушена, она и будет, естественно, потому что Дмитрий мой сын, и вы сделали все возможное, наняли молодую горничную, которую создали все условия, чтобы положить вместе с ним его в постель. Да неправда, да. я ее взяла только для того, чтобы помогать. Вы не только амбициозная, вы интриганка, каких поискать можно. Теперь я сомневаюсь, что вообще по любви вышли замуж за моего сына. Ну и скажи мне, кто этот прекрасный человек, который наставил мне рога? Тебя не смущало, что я до этого тоже ветвистая ходила? Какая тебе разница, кто? Это коллега по работе. Подожди, понятно? Да, тоже филолог? Я всех филологов наперечет знаю за 1000 километров. Кто это?
Евгений Владимирович, ну вам-то это зачем? Ну вы-то что, господи? В принципе, вообще скрывать нечего. Это... вы его знаете прекрасно. Это коллега мой. Он у нас на кафедре преподает. Головин. Мам, ты с ума сошла? Этот Головин сам соленый спит. Хочешь у нее, можешь спросить? Да прекрати ты, что, свечку, что ли, держала? Головин порядочный человек. Ты понимаешь, он без пяти минут доцент. Он компрометировать себя подобным образом просто не позволит. Ну, у молодежи там какие-то свои говоришь. Какие-то каналы распространения информации. Извини да, меня, дорогая конечно. Моя, если тебе дочь говорит об этом. У нас весь университет уже об этом знает, между прочим. Видимо, тебя ну, подождите, но здесь присутствует Алена, и мы сейчас у нее и спросим, да, что давай, с господином давай. Головиным вас связывает? Ну, научная работа дополнительная? Ваша честь, ну, на самом деле у меня с Головиным есть романтические отношения, но, честно, как вот я в шоке сама, я не знала, что вы от него беременны, что у вас с ним роман. А я должна была говорить об этом всем, но что ли? Я ничего там не вижу такого, я свободная девушка, с кем хочу, с тем и встречаюсь. Тем более, извините, вы не помните, вы же меня с ним познакомили. Что, для этого, что ли, я тебя знакомила? Он меня заприметил, однажды после института пригласил меня выпить с ним кофе, но я раз опять повторю, что я свободная, я и согласилась. То есть, получается, дорогая моя, что твой возлюбленный ничем не лучше меня. Да подожди ты, не лучше. Я вообще просто дура какая-то редкостная. Куда я вообще смотрела? Куда? Алена, а вот как ты-то могла? Я тебе все дала. Ты знаешь, я ведь за тебя переживала ужасно. Ну, дура вообще, дважды на одни и те же грабли. Во-первых, она с мужем с моим переспала, еще с любовником. Ваша честь, вообще в шоке просто. Я в полном замешательстве. Ваша честь, я прошу вас, дайте мне время, пожалуйста, на раздумье. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Ты вообще что натворила-то? Далее в программе. Он сказал, что у меня, извините, пожалуйста, жирный зад и тонкие губы. И мне жир из зада нужно закачать в губы. Ну, я, естественно, по молодости расплакалась, обиделась, и ему пришлось меня утешать. Мария Лунева разводится с мужем Александром из-за того, что он издевается над их 15-летней дочкой Ариной и требует, чтобы суд определил место жительства дочери с ней. Арина поддерживает решение матери, поскольку жестокое воспитание отца уже сказывается на ее учебе. Станет ли развод благом для этой семьи? Прошу садиться. Оглашается определение. Слушание дела о расторжении брака отложить. Назначить супругам срок для примирения 3 месяца. Суд откладывает слушание дела и представляет супругам срок для примирения 3 месяца, потому что ответчик на расторжение брака не согласен. Если супруги не примирятся и истица по-прежнему будет настаивать на расторжении брака, то через 3 месяца брак будет расторгнут. Определение вам понятно? Да, ваша честь. Судебное да, заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Слушается дело по иску Лунёвой и Марии Антоновны к Лунёву Александру Викторовичу о расторжении брака и об определении места жительства несовершеннолетней Лунёвой Арины 15 лет с матерью, а также о назначении алиментов на ее содержание в размере 25% от доходов ответчика ежемесячно. Ответчик Лунёв Александр Викторович с исковыми требованиями не согласен. В зарегистрированном браке 15 лет, несовершеннолетний ребенок у вас общий один, Арина. Ей 15 лет. Спор о совместно нажитом имуществе между вами не имеется. Так как вопрос стоит о ребенке, у нас присутствует Крамаренко Татьяна Борисовна, представитель органов опеки и попечительства. Но мы начинаем всегда с истца. Мария Антоновна, вам представляется возможность изложить суду свою позицию. Мы прожили с мужем 15 лет.
И я всегда считала свой брак удачным. Саша хороший муж, он все делает для семьи. Единственное, что мне Саше всегда не нравилось, это его издевательство. Мы, собственно говоря, и познакомились с ним, когда он зло надо мной пошутил в компании общих друзей. Он сказал, что у меня, извините, пожалуйста, жирный зад и тонкие губы. И мне жир из зада нужно закачать в губы. Ну, я, естественно, по молодости расплакалась, обиделась, и ему пришлось меня утешать. Ну, вот так и утешил, спустя полгода женился на мне. Вот так у нас и пошло. Ну, не может Саша нормально ничего Маша. Попросить или сказать. Вот всегда она говорит гадости. Подожди, ты знаешь, как я отношусь и к тебе, и к Арине? Ты знаешь, что я вас обеих люблю. Мой юмор, или как издевательство ты называешь, ну, так выражается мое беспокойство. Вас так я вижу жизнь, я не сентиментален. Давай заканчивать этот цирк, заберешь спокойно заявление и все. Саш, я за 16 лет с тобой жизни, я к этому привыкла. Но, ваша честь, я развожусь не из-за себя и не из-за своих обид, а из-за конфликта нашей дочери Саши. Ну, твои жесткие методы обращения с другими людьми ты стал перекладывать на нашего ребенка. Когда Арина была маленькая, она во всем его слушалась. Но вот первый серьезный конфликт у них произошел буквально 2 года, когда Арина без разрешения пошла гулять на улицу, и Саша нашел ее в компании... Лет без разрешения пошла гулять не на улицу. Не перебивайте свою супругу. Ну, видно, есть какая-то проблема, если через 15 лет совместной жизни человек желает с вами расстаться. Извините, ваша хочет честь. Объяснить это суду. Я хочу ее понять. Рассказывайте, что произошло? Вот 2 года назад Арина пошла без разрешения гулять с друзьями, и Саша ее нашел в компании достаточно взрослых молодых парней. Он взял, приволок ребенка за шкирку домой, поставил к зеркалу и сказал: «Ваша честь, посмотри на себя». Вот он ей говорит ребенку: «Посмотри на себя, ты жирная корова». Это сказать ребенку. Как, ты сейчас должна не думать о парнях, ты о них вообще совершенно должна забыть. Ты сейчас должна сидеть за книжками, учиться, чтобы самостоятельно поступить в вуз и самостоятельно себя обеспечивать. Что с твоей внешностью ты не можешь рассчитывать на то, что на тебе женится нормальный мужчина. Ваша честь, я не могу этого допустить. Арина сейчас подросток, у нее очень опасный возраст. Я не хочу разрушать брак, но позволить уничтожить морально ребенка я тоже не могу. Ваша честь, ну вот мы даже... пробовали обращаться к психологу. У психолога Саша сидит, отмалчивается. Дома он глумится над доктором, который пытается нам помочь. Да между собой это надо решать. Арине я тоже пытаюсь объяснить, ну что Саша, его язык, его методы общения, это не потому, что он ее не любит. Но Саша вот такой человек, из-за его опыта, жизненного его опыта. Дело в том, что он бывший боксер. Сейчас он тренер, и он привык вот к такому обращению. Он не терпит неповиновения. Если что-то не по его, он сразу рубит с плеча. А дочка на меня обижается, говорит, что я принимаю сторону мужа. И вот после последней ссоры она мне вообще поставила условия. Либо мы расходимся, уходим. А что делать, Саш? Либо мы расходимся, уходим, либо она вообще сбежит из дома так, что мы ее не найдем. Александр Викторович, значит, что-то неправильно было в методах воспитания, если ребенку это не подходит. Да, у нас разные взгляды на воспитание ребенка. Но при этом Маша идет полностью на поводу у Арины. Та садится ей на голову. А извините, такой возраст, когда разводить сопли, времени у нас нету. Нужно жесткое воспитание. Приведу простой пример. Я захожу в комнату, в комнате беспорядок. Причем не просто беспорядок, там полный бедлам. Попались под руку джинсы, которые валялись на полу. Я их поднял, ну, пару раз врезал ей им. Потом сфотографировал, выложил в соцсети на ее стене. Ну, потому что парадоксальная ситуация. Парня она себе уже завела, а грязное белье у нас по-прежнему лежит под кроватью. Саш, ну сколько раз я тебя просила? Ну, пожалуйста, ну не касайся ты этой темы ее парня. У нее сейчас первая любовь. Она очень ранима, она вспыльчива. Ну, а ты считаешь, что ты прав. И ты издеваешься над ее и над ее чувствами. Не надо путать издевательство и строгое воспитание. Последним толчком к разводу послужила такая ситуация. Я как-то возвращаюсь домой и вижу, как дочь в истерике собирает вещи. А на лбу у нее повязка. Она собиралась на факультатив и накрасила себе широко брови. Ну, модно у них сейчас так. Угу. Ну, и что? Что? Ну, как? Это просто отвратительно то, что она сделала. Я не хочу, чтобы она выглядела настолько похабно. Да, согласен, я взял ее. Ну, девочки всегда красятся неаккуратно в детстве, ну, потом пускай учится краситься аккуратно. В конце концов, есть мама, пускай научит. Пройдет лет 20, научится.
Я попытался то, что было, так. Это ужас, который нарисован, хотя бы смыть водой. Нет, не смывается. И что ты сделал, Саша? Ваша честь, он взял свою бритву и сбрил ребенку наголо брови. Осталось всего несколько волосков. Я не могу допустить, чтобы такое происходило с моим ребенком. Саши не было дома, дочка истерила, мы просто-напросто собрали вещи и ушли жить к моей маме. Ну, у моей мамы отдельная квартира. То есть вы сейчас уже совместно с супругом не проживаете, вы ушли, оградили ребенка от такого поведения отца. И да, проживаете у матери, на ее да. же почве. Мы проживаем у мамы, у Арины там отдельная комната. Я, конечно, зарабатываю меньше, чем мой супруг. Вот справка о моих доходах НДФЛ. Да, пожалуйста, через пристава передайте. Спасибо. Александр Викторович, вы знаете, что сбритые брови – это уже перебор. Ваша честь, я хороший муж и хороший отец. Проблема не в том, что произошла эта ситуация, а в том, что Маша полностью идет на поводу и у дочери. И та села ей на голову. Это просто ненормально, когда два взрослых человека зависят от капризов подростка. Я, допустим, вижу выход из ситуации. Машу прошу уже 2 года родить мне ребенка. Она отказывается. Чем ты мотивируешь? У Арины будет стресс. Почему все важные решения в нашей семье зависят Подождите, от настроения дочери? Я не поняла, что значит вам родить ребенка? Вот она вам родила ребенка, вот Арина, вот воспитывает. Я и пытаюсь воспитывать. Так, а почему Второй вам ребенок еще добавит одного? Ответственности, вы с воспитанием одного в том числе ребенка не справляетесь? Вам еще одного родить? Объясню. Второй ребенок, может быть, заставит Арину быть немножко ответственнее, посмотреть на жизнь с другой стороны, выпасть из этой сферы своих капризов и только своих желаний. Кстати, не стоит, наверное, забывать и о том, что все-таки зарабатываю я в 3 раза больше, чем Маша. Плюс у меня отдельно 3-комнатная квартира. Именно поэтому я прошу оставить в случае развода дочь со мной, потому что ей нужна жесткая дисциплина, я смогу это обеспечить. А это, в свою очередь, позволит снова нам сойтись с Машей и наладить нормальную семейную жизнь. Чья дисциплина – это издевательство над ребенком. Документы, пожалуйста, хорошо, давайте выслушаем все-таки специалиста. Татьяна Борисовна, ваше мнение, что там происходит в семье? Ваша честь, там очень сложная ситуация в семье. Но я начну с жилищных условий, они одинаковые. Неважно, с кем будет жить девочка, с папой или с мамой, и там у нее будет все необходимое, будет отдельная комната, как у папы в квартире, так и у мамы. Что касается доходов, они у них тоже, у отца, да, они больше, но у матери доходов мамы вполне достаточно, чтобы полностью обеспечить ребенка, содержать его и дать ей все необходимое. Но эта материальная сторона здесь не важна. Тут самое главное – это заключение нашего психолога. По заключению нашего психолога, ребенок подвергается жесткому, негативному психологическому воздействию со стороны отца. И заключается оно вашего психолога. В оскорблениях, в унижениях ребенка, вплоть до унижения ее человеческого достоинства, что не может не сказаться на ребенке вообще, на ее внешнем виде, на ее поведении, на ее успеваемости. Мы обращались в школу, у нее 18 прогулов. По 4 предметам... Ну, я бы тоже со сбритыми бровями я бы не она пошла. Она не пойдет в школу, совершенно верно. У нее ужасно. Ну, что по 4 предметам она может быть не аттестована из-за того, что у нее мало оценок. Мы спросили у Арины, а почему так происходит, почему ты не ходишь в школу? Она сказала, что она не может готовить уроки, потому что одно присутствие в квартире отца вводит ее в состояние стресса и шока. Она ждет постоянно скандала. Она его боится. Она ждет постоянно разборки. Когда наступает этот вот момент, когда папа применяет свои, ну так скажем, педагогические воздействия на нее, то есть, а это заключается в чем? Он о ней издевается, он ее доводит до истерики, выбирает это время обычно 9-10 вечера. Без После этого девчонка, естественно, полночи не может прийти в себя, она не спит, и потом она не высыпается. Куда она пойдет утром в школу, да если она не спала? Не высыпается она из-за того, что она до 3 ночи в компьютере сидит. Нет, уроки мы не делаем, этого. Потому что нам просто лень. И нет. Есть нормальный выход из этой ситуации. Жесткая дисциплина и нормальные дополнительные нагрузки. Времени на стресс и депрессию и на прочие капризы Послушайте, не останется. Я вот сейчас на вас смотрю. Вы что, Кощей Бессмертный? Вы не понимаете, что когда вы станете глубоким, немощным стариком, и вам нужна будет забота, тепло, понимание, терпение, вы будете получать ту же самую звериную жестокость, строжайшую дисциплину? Ваша честь. Вот такие вот методы. Вы не желаете немощным стариком потом от своей дочери получить? Ваша честь, я уверен в одном, что заботу, терпение и внимание я не буду от нее получать, если сейчас не воспитаю ее правильно. Нет, это не так.
Ваша честь, налицо, конечно, жестокое обращение с ребенком отца – это просто совершенно очевидный факт. И мы в данном случае склонны верить все-таки словам девочки. Потому что наш психолог, увидев ситуацию, когда девочка жила в семье с отцом, потом она навестила ее же, уже когда они жили у бабушки, так она увидела совершенно другого ребенка. Это была спокойная, доброжелательная девочка, которая прекрасно шла на контакт. Когда наша психолог их посетила, они все вместе сидели за столом, пили чай, что-то обсуждали. И все было совершенно замечательно. Видите, ваша честь, Арина и двух дней с отцом не сможет прожить. И чтобы убедиться в этом, до каких истерик и вспышек гнева доводит вот такое отношение отца, я прошу пригласить мою мать, Наталью Ивановну, и она всем нам об этом расскажет. И вы еще раз убедитесь в том, что ваша дочка должна остаться со мной. Ваша мать Прохорова, Наталья Ивановна, она принимает участие в воспитании ребенка? Да, конечно. Так же, хорошо, да. Тогда мы сейчас заслушаем Прохорову. Да, так же, как и мама, балует ее. Саш, ну не такими же методами, которые ты применяешь в воспитании дочери. Как можно все это говорить? Александр Викторович, у нас вообще, не каждый... Вы свидетель Прохорова? Да. Да, пройдем. Саш, мы с тобой вдвоем договориться никак не можем. Вот, послушай, ну, может, со стороны виднее, Саш, Саня. Врачам рекомендуют обратиться. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, вы принимаете тоже участие в воспитании подростка Арины, вашей внучки. Ваше мнение, как, вот в какой обстановке растет ребенок? Я бабушка Ариши, и я полностью поддерживаю решение Марии развестись с Александром. Хуже всего, что мой зять постоянно издевается над моей внучкой. И если это немедленно не прекратится, я уже просто опасаюсь за психику внучки. Вот 3 месяца назад прибегает ко мне Аришенька вся в слезах. Она дома всего лишь погрела себе пиццу. Так отец вырвал у нее из рук еду и заорал: «Если ты будешь так жрать, то скоро и в дверь не влезешь». Ужас. После этого зять силой потащил внучку на спортплощадку у школы и заставил бегать кругами. Да еще на спину ей нацепил утяжелители. Но наша девочка – это не то, что Сашины накачанные спортсмены. С непривычки девочку стало тошнить. И, к сожалению, это видели ее одноклассники. А хуже всего, что видел Ариночкин мальчик, Сережа. Они любят друг друга. И вот от такого позора Ариночка так рыдала. Она кричала: «Если после этого Сережа меня бросит, я и домой вообще не вернусь. Вот назло отцу, уйду жить Тимуру». Ну ты подумай, Тимуру. Тимур же кавказец, ему уже 27 лет. Он на рынке торгует возле нашего дома. Он действительно предлагал Арине с ним жить. Я считаю, но это не выход для 16-летней девочки жить со взрослым мужчиной. Какой же Саша дурак? Все, что хочет. До такого довел ребенка. Я считаю, что после развода Арина должна жить с матерью, а вот Александр пусть платит алименты и пусть как хочет налаживает отношения с дочерью. Я платить буду, я не отказываюсь, ситуация не изменится. Это разумное совершенно решение. Скажите, а Арина-то явилась? Да, вот видите, ваша честь, Саша не хочет признавать своих ошибок, и от этого страдает наша дочь. Вот поэтому я прошу выслушать ее собственное мнение. Ну, она здесь, если да, Лунёву Арину пригласите, пожалуйста, в зал. Или ребенка, а вы знаете, почему у него Арина? Знаете, почему? Да, она заедает. Версия, она боюсь, заедает тоже стресс. Не понравится. Булимия это называется. Саша, Арина, добрый день. Здравствуйте. Можно Арина, да? Да, без отчества, хорошо. Арин, у меня к вам просьба. Расскажите, пожалуйста, как ваши отношения складываются в семье? Ваша честь, я хочу, чтобы моя мама развелась с отцом, потому что я даже не могу находиться в одной квартире с отцом, потому что он меня ненавидит, меня оскорбляет, потому что я у него толстая, некрасивая и вся в прыщах. А я, между прочим, это слышать его каждый день и по много раз. А он говорит, что хочет второго ребенка, потому что я у него не получилась. Между прочим, они сами виноваты, что меня такую родили. Красота ведь от родителей. Они меня родили, вот я получил, сами виноваты. И в спорт Арина, меня вовремя вы не восхитительны. Вот. У вас редчайшие рыжие волосы, у вас совершенно очаровательное лицо. Вы прекрасны, не слушаете никого. Вы цветок чудесный, и вы красавица.
Ваша честь, вот если мой муж не видит, как его издевательства над ребенком влияют на нее, я хочу, чтобы он посмотрел со стороны на это. И я хочу также пригласить еще одноклассника Арины, того самого мальчика, в которого она влюблена, Сережу Голубева. И вот он нам всем расскажет, как вот такое отношение отца сказывается на психике Арины. Достаточно, в принципе, рассказала уже Арина, и достаточно, что психолог с ней беседовал, я сейчас беседую, то есть взрослый человек говорит, понятно, что поведение отца недопустимо. Но если вы хотите, чтобы Арина, если Арина не возражает, мы выслушали Сергея Голубева, то, пожалуйста, приглашаем по ходатайству истца Голубева. Следующий. Тимур с рынка придет. Саш, Сергей Голубев. У нас этот вопрос никогда не решится, если ты не поймешь, что ты неправильно ведешь себя с ребенком. Надо, не только ее. Здравствуйте, вы Сергей Михайлович Голубев, правильно? Насколько я понимаю, вы учитесь вместе в одной школе с Ариной, да? Да, ваша честь. Одноклассник Арины, и знаете, то, что отец ее унижает, это правда. Вот месяца 4 назад я с одноклассниками видели на странице Арины видео о том, что она в пижаме ночью подходит к холодильнику, открывает и просто руками начинает жрать курицу. Вот отрывает кусками и в рот. Выглядело это, ну, если честно, очень отвратительно. Я сначала не понял, ну, какого Арина вообще про себя такое выкладывает. А потом узнал то, что это ее отец незаметно снял и выложил к ней на страницу. Саша, я не спорю, что Арине не помешают и физические нагрузки, и правильное питание, но я тебе много раз говорила, что не такими методами. Саша, на ребенка нужно воздействовать любовью и лаской, Маш, а не так, как ты. Так. О методах воспитания ребенка мы можем с тобой поговорить и дома. И я думаю, что найдем какое-то общее решение этого. Давай, заканчивай цирк, забирай заявление и спокойно поговорим вдвоем. Да я не буду с ним жить ни в жизни. Да понимаешь, он нас с тобой ненавидит. Он нам всякие гадости делает. А знаешь почему? Да потому что у него другая баба есть. Он тебе изменяет. Я их застукала. У меня даже фотография есть. Маш, подождите. Так, подождите, поясните, пожалуйста. Вот, мам, посмотри. Вот, ваша честь. Суду, Маш, поясните, что знаю, там. Что это за... Вы хотите, чтобы суд ознакомился? Да. Пристав, передайте телефон. Маша, я не знаю, что это, ваша какой, честь. Это какой-то бред. Ваша честь, честно, я не хотела что об этом это говорить. Что это за фотография? Но у меня тоже было подозрение, что у Саши есть другая женщина. Откуда у тебя были такие подозрения? Я как-то проходила. А кто сделал эту фотографию? Возле дома, возле нашего. Да, это... И я увидела Сашу с молодой девушкой. Делаешь? Вот она на фотографиях. Теперь я убедилась. Саша, если у тебя есть другая Маша. Женщина, ну оставайся с Ваша ней. Честь. Я же не настаиваю. Саша, ну зачем тебе нужен ребенок? Я вот и правильно, не Машенька. Не нужен он тебе такой. Александр Викторович, вот, как поясните, мама, пожалуйста. Залезете, оказывается, постойте. Баба у него есть. Молодую нашел. Вот и стали вы ее с его с дочкой раздражать. Избавиться от вас захотел. Вот и стал издеваться над Аринушкой. Понимаешь, Александр что Викторович, ты, Машенька, не снесешь пожалуйста. Этого, сама от него уйдешь. А он еще и чистеньким останется. Ну, Саша, ты подлец. Ну, давайте спросим у Александра Викторовича. Ваша Александр честь. Викторович, вы изображены на этой фотографии вдвоем с женщиной. Маша, у меня нет другой женщины. Александр Викторович, я... Веду судебное заседание в этом процессе. Я вам задаю вопрос, а вы не слышите моего Извините, вопроса. Извините, эмоции перехлёстывают. Да. Ваша честь, давайте другой женщины у меня нет. Услышьте меня. Услышьте, пожалуйста, меня. Александр Викторович, вы сейчас изображены были вот на фотографии с другой женщиной. Вы подтверждаете факт супружеской измены или отрицаете? Конечно, фотографию оспорить трудно, но я... Это какая-то случайная девушка. Факта супружеской измены не было. По не одной было. Простой причине. Маша, я тебе не изменяю, потому что я люблю тебя. Да, мама, не слушай его, разводись с ним! Ваша честь, ваша честь. Да на фото это никакая не любовница. Потому что я сам вот лично слышал, как Маша говорила своим подружкам, то, что она хочет сотряпать такую фотографию, на которой будет Чем? Изображена вот Зачем она, отец с какой-то девушкой. И она ржала то, что она уговорила там девушку, которая недавно поселилась у них в подъезде, чтобы она подошла к отцу, мило побеседовала с ним, похохотала, а сама в это время сфотографировала вот этот вот весь процесс кустов. Вот. Ну, ты понимаешь, что происходит? Скажите, а она вам не говорила, зачем она это делает? У нее есть какие-то основания ненавидеть отца?
Да, знаете, она ненавидит своего отца, причем жутко, только из-за того, что он, ну, пытается как-то ставить ее, там, заставляет убираться, там, спортом заниматься. Ну и в чем я не прав? Вот. Я-то, конечно, ну, понимаю то, что ссориться с родителями — это нормально, но устроить им развод — это уже перебор. Да что ты врешь? Я вообще такого никогда не говорил. Я не говорил! Вообще заткнись! Говорила, зачем ты сюда приперся? То есть вы утверждаете, что Арина сама сфабриковала вот это якобы доказательство для того, чтобы спровоцировать свою мать на развод с отцом, и это все сделано только для того, чтобы строгие требования отца больше ее не преследовали, да, чтобы продолжать не заниматься спортом, вести тот образ жизни, который она предпочитает, да? Да, вообще, ну, все так. Вот, Арина, ты уже, ну, реально совсем завралась. Вот всем врешь то, что я твой парень. Хотя это не так. Даже мама пригласила меня сюда прийти, как твоего самого близкого человека, и из-за того, что я видел то видео с курицей. А я сюда и пришел только из-за этого. Вот. Ваша честь, я с Ариной не встречался и никогда, ну, не буду встречаться. Ну, потому что она, ну, просто неадекватна. Она вот ходит, всем хвастается, то, что крутит и вертит мама и бабушка, как хочет. Например, бабушка, послушай, на примере, что говорит, она странно. Бабушку Саша, может напугать, то, что она уйдет к Тимуру жить с рынка там какому-то. И бабушка все там за сердце хватается, верит и начинает давать ей деньги на шмотки, на кафешки, ну и вот все такое. А мама вообще всем ее сказкам верит. Вот, ну, вот за ночь, например, перед какой-нибудь контрольной скажет маме то, что вот со мной она поссорилась, поругались мы там с ней, и все, и реветь, слезы, горе, все, ужас. Ну, и мама ей верит, и на следующий день просто разрешает мне идти в школу за то, что у нее стресс. Да вы все меня уже достали! Да надоели вы мне! А ты, Сережа, пришел сюда и рассказываешь, что тут такое! Я, между прочим, тебя любила, а ты так со мной! А ты, отец, все из-за тебя! А мама привела Сережу! Да вы все меня ненавидите! Вы хотите, чтобы я сдохла, и завести нового ребенка, воспитывать папа из него спортсмена великого сделать, а про меня даже никто не вспомнит. Даже я умру, вы не узнаете. Да я и... тебя могу сделать, если захочешь. Ты же не спасибо, хочешь? Спасибо, не нужно. Ты как вот ко мне относишься? Мнение. Я, между прочим, вам всем верил, а вы меня ненавидите просто. Я уйду из дома и пойду жить в подвал или на чердак какой-нибудь. И вы даже не узнаете об этом. И найду себе новых друзей. Пусть будут они алкаши, наркоманы, но они будут людьми, а вы все черти. Аринушка, деточка родная, мы же тебя очень любим. Ты только не уходи от нас никуда, ни в какие подвалы. Мы с мамой все для тебя сделаем, поддержим, да, поможем. Ну, хочешь, милая, мы с тобой уедем куда-нибудь на каникулы, чтобы ты успокоилась. Тут я видела интересные туры в Прагу. Девочка родная, хочешь поехать в Прагу на Рождество? Ну, бабушка, какая Прага? Бабушка, есть только ты меня понимаешь. На все каникулы. Я с удовольствием уеду куда-нибудь подальше от них в Прагу, так в Прагу. Боже, мама, ну что ты несешь? Какая Прага? Ты посмотри, она всех нас одурачила. Она придумала, принесла сюда фальшивые фотографии, чтобы развести меня с мужем. Она придумала эту любовь с ее одноклассником Сереже, чтобы я ей верила, чтобы меня подчинить себе, чтобы манипулировать мною. А я дурочка такая. Я соглашалась, разрешала ей в школу не ходить. Боже, мама, кого мы вырастили, а? Да ты, мама, наконец. Только интересуешься этой дурацкой школой. Ой, а что у тебя задали? А ты сделала уроки? А какие оценки ты получила? А что у тебя нового в школе? Да ты даже не интересуешься о чем-то другом, понимаешь? А ты знаешь, мамочка, почему тебе учителя и классный руководитель не звонили, даже когда я прогуливала? Да потому что я взяла твой телефон и добавила их номера в черный список, ты чтобы все так просто. Знаешь, как это делается? И чтобы вы все не волновались, а ты, папочка, гад, все время... Следи. Все время на меня ругаешься, говоришь не есть фастфуд, убираться целыми днями, занимайся спортом. Все, я правильно говорю. Да... Если бы этот не Сережа приперся сюда, сказал все, вы бы давно развелись. Ну, все, ситуация ясна. Ты понимаешь?
Арина, ваша честь. Вот мне сейчас непонятно. Да, Татьяна Борисовна, что вы хотите? Тут сложилась действительно очень сложная ситуация. Мы видим, с одной стороны, жестокое обращение ребенка, отца с ребенком. С другой стороны, мы видим полную неспособность матери создать хоть какую-то дисциплину и как-то адекватно оценить поведение ребенка. Поэтому ей явно нужна сейчас помощь психолога Арине. Мы просим ребенка временно передать нам. Какое временно? Да. У него родители есть какое-то время. Какое время? Родители есть у ребенка, бабушка. Вы не справляетесь с ребенком. Никто из вас. Никто. Нет, мы справляемся. Этот издевается над ребенком. Вы устраиваете попустительство. Если, бабушка идет на поводу. Маша так нельзя. Если меня прислушиваться, все будет нормально. А девочка в истерике, ей теперь нужна помощь. Идти нормально. Мы, без вот этих... Хорошо, медики, не, еще не медико-психиатрическая, а психолого-педагогическая. Мария Антоновна, вам это не удалось, к сожалению. И сейчас, несмотря на все странное поведение ребенка, после того, что суд установил, что ребенку брили брови, да, только из-за того, что она их накрасила, 16-летней девочке, вы думаете, что эта девочка манипулирует вашей семьей? Нет. Это вы до этого довели. Вы не справились. Ваш муж, вы не справились. Совершенно права, Татьяна Борисовна, что я не знаю даже. И ваше желание развестись с супругом только усугубляет ситуацию, потому что вы как основное основание для развода указывали то, что ваш супруг плохо относится к ребенку. Сейчас я понимаю, что и вы не в очень хороших отношениях с ребенком. Ваша честь, я понимаю, что и я не права, и муж был неправ, но я прошу, пожалуйста, не разводите нас. Мы с Сашей сядем, мы договоримся, мы решим, как нам ее воспитывать, какими методами. Пожалуйста. Оставьте нам ребенка и помогите сохранить нашу семью. Вы ничего не перепутали. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Ну, ребенка мы у вас, собственно, я буду настаивать на том, чтобы ребенка забрали, потому что явно ей нужна психологическая помощь. На время уберут, пока ситуация не нормализуется. Прошу всех садиться. Оглашается определение. Производство по делу о расторжении брака, определение места жительства несовершеннолетней дочери, о взыскании алиментов на содержание дочери прекратить. Суд прекращает производство по данному делу, потому что истица отказалась от иска, и этот отказ не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц. Суд удовлетворил заявленное ходатайство об отказе иска и прекратил производство по делу. Вам определение понятно? Дорогие родители, вы сейчас стоите в одном шаге от того, что вы просто с дочерью распрощаетесь, потому что вы явно продемонстрировали неспособность воспитывать девочку в таком тонком, очень требующем тонкого отношения возрасте. Я очень прошу вас, Татьяна Борисовна, это дело, пожалуйста, возьмите на свой личный контроль. Если можно, вы видите, ситуация очень тяжелая, и оставлять девочку без родителей недопустимо. И при этом родители явно не понимают, что им делать с ребенком. Девочка замечательная. Девочка замечательная, она просто нуждается в теплом, добром отношении, но и воспитание, естественно, достаточно нормальным, строгим. Пожалуйста, вы сможете, это я знаю. Спасибо. Решение, определение вам понятно? Да. Судебное заседание объявляется закрытым. Прошу всех встать. Прошу всех на выход. Ну что, родители, будем теперь с вами работать? Будем. Мы с Машей будем работать, а вы будете присматривать.